Hey, yeah, I mean it's me. Слушай, а мы поспорили с Хамелеон на миллион. Кто из нас выпустит первым альбом, я или он? Это тебе не пустой разговор об НЛО. И если взялся что-то делать, делай, следи за метлой. Этот спор нам обоим дорог, как за Джей Ло. Будет тяжело, все равно, что сытым лечь на живот. Вечно живет во мне страсть бить прям в лоб. А тут еще нацелен я срубить бабло. Но не штраф рублей на стой, не штраф на стой не исправит положение и родной Ростов. Если не будет альбомов, то нас съедят. Так что остается уповать лишь на самих себя. А я как творческий тайм-аут воспринял тупарь, затянувшийся с августа по январь. Лучше сядь, Хамили Змей, с попытки номер два. Валят быка номер два. Важно вовремя поймать свою волну. Остальное не волнует, хоть ты там вой на луну. Как у Файза, как негатив с Дино в триаде. Буквы Хайзе, даже на клавиатуре рядом. Это прет, это сотрясает, это долби. Это вот того на голову бросили бомбу. Это бьет прямо в цель, прямо по лбу. Это когда на концертах качаются толпы. Это прет, это сотрясает, это долби. Это вот того на голову бросили бомбу. Это бьет прямо в цель, прямо по лбу. Это когда на концертах качаются толпы. Хамили Змей, еще топора, два сапога. Мы без всяких трав можем просто так ловить ха-ха. К нам теперь и не подъедешь на хромой козе. У нас тандем, встречая наш альбом Хазе. Оторвись от ящика и вечерних газет. Мы устроим зрелище почище, чем Колизей. Колесим по Ростову мы или по всей стране. Наше настроение не уступает броне. Выбора нет, не брони нас за такой разбой. Если заденем персонажа, схожего с тобой, мы все равно приветствуем всех, кому интересно, из какого теста получилось наше лицедей. Это